Добрый день, магазин Олимпия, город Екатеринбург, опять с вами. Мы продолжаем показ коллекции, которая рассчитана на холодное демисезонье и, конечно, зимний период. Хотим порадовать вас, что легендарный принт леопард опять у нас в торговом зале. Представлен все это для вас. Размерная сетка в данном пальто с 42 по 56 и даже можно на заказ 58 и 60 размер. Мы в этой модели уверены. Она работала в том сезоне в длине 1,15 м. Сейчас мы также ее сделали в длине 1,20 м и даже 1,25 м. Все это, как всегда, зависит от размера. Сейчас я промеряю маркировку 48, но она запросто подойдет и на 46, и на 50-ку. Свободный крой, хороший английский воротничок, небольшой. Он здесь идет по стилю такого европейского пальто без излишеств. Вообще лишних здесь, наверное, атрибутов и не надо, потому что сам принт, который, в общем-то, выполнен в леопарде, да, он берет акцент на себя. Очень красивый, глубокий. И в этом сезоне мы его слегка, немножечко сделали поярче, да, то есть он был в том году более спокойный, а здесь вот он прямо четкий, красивый и очень, в общем-то, симпатично смотрится. Длина изделия 1,20 м, 1,25 м. Данное пальто, данную шубку, мы ее, в общем-то, на температурный режим предлагаем. Холодное межсезонье, когда пошли первые похолодания, и, пожалуйста, в зависимости от региона, то есть на еврозиму, как мы говорим. Это эко-мех, но добавляется ангорский кролик. За счет этого, в общем-то, изделие очень-очень мягкое на ощупь по тактильным ощущениям. Карманы есть, они здесь вот такие вот прорезные, но за счет того, что принт идет, в общем-то, по всему, естественно, изделию, мы их практически не наблюдаем. Длина рукава стандартная. Да, кстати, карманы не увеличивают бедро, они очень грамотно сделаны. И в этом сезоне мы также добавили сзади шлицу. Обращаю ваше внимание, мы знаем, что глубокая шлица – это всегда удлинение ножки идет и собирание нашей фигуры зрительно. Итак, по спинке, в общем-то, очень удобное и классное изделие. Пройма здесь не очень снижена, за счет этого изделие смотрится собрано. Зона груди свободна, я уже проговорила, что можно работать на два размера смело. И бедро, в общем-то, тоже свободно. Одевая перчатки, вы смотритесь, конечно же, элегантно. Но данную модель мы можем предлагать как и спортшип, да, то есть со спортивной обувью. Я думаю, она будет смотреться просто супер. Но и, конечно, с элегантной обувью. Оденем пояс. У нас очень много дам, которые любят пояса. И изделие также не проигрывает, но смотрится более элегантно. Итак, по спинке очень удобное и комфортное. Стоимость изделия в новом сезоне, с учетом скидки для наших подписчиков, 33 900. Хороший ценник. И, в общем-то, эта модель, она уже проверенная временем. Ну и, конечно же, сам принт. Дальше обращаю большое внимание, что фабрика также не экономит. Она ставит большой запах. Вот видим, да, мы с вами по меху. Я сейчас обязательно покажу вот таким вот образом шлица по спинке. За счет этого, во-первых, дополнительная теплоотдача, что с одной, что с другой стороны, но и шубка, плотность меха, она сама по себе идет, в общем-то, набитая, да, как мы говорим, плотность меха хорошая. За счет этого будет также теплоотдача. И еще эту шубку мы поставили на подклад. То есть у нас есть те модели, которые без подклада шьются. Это в соображениях, в общем-то, по моделям, да, когда мы разрабатываем и обсуждаем заказы. А данную модель поставили на подкладочную ткань. То есть это тоже хорошо держит форму, придает, да, форму изделия. Ну и, конечно же, дополнительная теплоотдача. Итак, свободная, в общем-то, такое пальто у нас с вами получилось, я бы даже шубкой его не назвала, в минималистичном исполнении. Английский воротник здесь небольшой, но он хорошо защищает затылочную часть, да, это тоже очень большой плюс. Итак, повторяюсь, размерная сетка здесь с 42 по 54 представлена, но также мы отшиваем и 56, 58, и я думаю, что даже 60-ку, потому что лекала проверенная временем. Шубка выполнена на крючках, крючки у нас идут шубные, они прощелкиваются, и, в общем-то, однобортка, да, не двубортная шубочка, а однобортка. Ну, в общем-то, наверное, это тот принт, который будет оставаться вне времени и который будет радовать обладательницу
данной шутки. Мы знаем, что такой, в общем-то, бренд, мировой бренд, как Dolce & Gabbana, он до сих пор в своих коллекциях держит этот принт. И всегда, в общем-то, он идет по лидирующим позициям. Но на сегодня все. Ждем от вас, как всегда, мерки, объем груди, бедер и вашу ростовку. Пожалуйста, прибавок не надо. И не забывайте, вы очень часто спрашиваете, что все наши изделия можно приобрести как единоразово, перечисляя деньги на расчетный счет, а также в режиме онлайн можно воспользоваться рассрочкой. Еще раз хочу поближе показать. Шличка глубокая. Мы видим, как хорошо деформация происходит, да, вот у самой структуры шубки. Это говорит о том, что она не коловатая, а очень хорошо садится по фигуре. Итак, на сегодня, наверное, все. А мы не забываем, что у ее мечты есть имя Олимпия, и мы идем дальше.